Мене звати Ангеліна Пличик. Разом зі мною Сергій Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, колишній старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Сергій Олегович, приветствую вас, рада видеть. Здравствуйте, Ангеліна. Я теж дуже радий привіт всім нашим зрителям. Друзі, перед тим, як ми почнемо, я закликаю вас підписатися на YouTube-канал Сергія Жирнова, якщо ви раптом цього не зробили. І так само закликаю вас писати нам запитання і висловлюватись в коментарях під цим відео. Сергій Олегович, ряд російських СМІ сообщили о том, что главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменом отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. Сказал Песков, что указа официального не было, но спрошу все же, как вы думаете, реально ли сняли Евменова и в чем же проблема? Да, судя по всему, его сняли реально, потому что об этом сообщили довольно много источников, в том числе российских, вот и солидных российских, то есть типа РИА Новости, там, я не знаю, РБК там и так далее. Вот, с одной стороны, вроде бы это такая хорошая новость, что вроде бы там снимают начальника флота военно-морского за то, что он там не справился со своими обязанностями. Вот, и в эту пользу работает то, что ему не исполнилось 65 лет, потому что ему, по-моему, 62 или 63 года. То есть у него еще стоял, ну, обычно вот на такой должности, там люди сидят до 65 автоматически практически, вот, а дальше можно даже продлить до 70. Вот, но, и вот предыдущий, кстати, тогда предыдущий командующий, когда он его менял, это было года 3,5 назад, вот ему как раз там было 64, то есть ему, он, в принципе, уже ему исполнялось лет 65, и его меняли. Вот, с этим командующим не так, все не так, и поэтому здесь возникает вопрос, что, скорее всего, это все-таки отставка такая не плановая, а внеплановая. Вот, в остальном, вы знаете, откровенно говоря, от перемены местолагаемых сумма не меняется, потому что когда снимали предыдущего командующего военно-морским флотом, ему тоже говорили, что он там чего-то не доделал, но ему вменяли в вину, потому что это было до войны еще, полномасштабной Российской Федерации с Украиной, ему вменяли вину, что он типа не очень хорошо обновляет флот, не очень хорошо строит корабли. Вот. И поэтому, когда его уволили, когда он ушел с этой должности, вы будете смеяться, его куда взяли? Его взяли в объединенные судовые верфи, то есть вот туда, где строят корабли. То есть получается, что он плохо строил корабли, а его взяли прямо после этого дела работать судостроителем на той же самой верфи, которая им плохо строила корабли. То есть это такая российская, ну, в общем, такая странная какая-то ситуация. Вот, это точно так же, как там Рогозина снимают, вместо него ставят премьера Борисова, хотя все знают, что это Роскосмос прожженная, абсолютно коррумпированная организация, и что при Рогозине, что при Борисове она работать не будет, и она это доказывала и доказала. Вот, так что, в общем, не зацикливаться на этих персоналиях, потому что срок говоря, от перемены местолагаемых сумма не меняется. Вот. Ну, в России установилась уже такая традиция, что, как правило, командующим военно-морским флотом становится всегда человек, который командует до этого Северным флотом. И это, по крайней мере, вот там 3 или 4 последних командующих ВМФ были все вот такими. Вот. Ну и, соответственно, взяли сейчас командующего Северным флотом, назначили его исполняющим обязанности, вот. Ну а потом его, значит, сделают командующим ВМФ. От этого ничего не меняется, потому что самое главное другое. Самое главное то, что в Черном море Черноморский флот загнан в угол. Вы его загнали там сначала в Новороссийск, теперь даже там в Туапсе, и там даже чуть не грузинам они теперь, значит, перебазировались, потому что они боятся, просто боятся того, что происходит на Черном море. Украина доминирует на своей части, в западной части Черного моря, вытопится целыми днями их корабли. Вот. Ну и, конечно, надо было найти какого-нибудь стрелочника, и вот, скорее всего, нашли этого самого стрелочника, потому что, ну, не снимать же еще раз командующего Черноморским флотом, потому что его уже снимали совсем недавно. Да, Сергей Олегович, корабли в Российской Федерации не выходят на боевое дежурство уже 6-е сутки после того, как потопили
Сергея Котова. И, кстати, да, по поводу Евменова, 61 год, как вы и сказали, 2 апреля будет 62, но все же, вот хочу уточнить по поводу этой кадровой перестановки. Ну, мы же правильно понимаем, что Путин старается не менять ничего в политической и военной верхушке, насколько это возможно. Ну, там все прикормленные, чтобы не уносилась какая-то коррупционная информация, какая-то политическая. Мы представляем, сколько там совершается преступлений, преступных решений в Кремле. И, конечно же, ну, как недовольны, если будут уходить политические какие-то деятели или военные, ну, они могут разносить ненужную информацию Кремле. Да, это совершенно точно. Путин вообще не любит менять людей вокруг него, и даже те люди, которые, ну, доказали свою некомпетентность и совершили ошибок, Путин все равно их оставляет около себя. Вот, и в этом смысле ничего не меняется с годами. У меня такое впечатление, что с годами даже становится хуже. Да, потому что, несмотря на то, что вот он 29 февраля заявил, что вот теперь у него там какая-то новая, значит, элита теперь будет расти, вот, прошел через СВО там и так далее. Ну, это, так сказать, на маленьком уровне, хотя он там говорит, что он теперь будет из них делать министров и губернаторов. Вот, это чтобы попугать немножко старых. Но вообще-то он всех людей, которые при погонах, он их очень боится, и правильно делает, кстати, боится увольнять, боится сажать, вот, и поэтому в основном занимается перестановками. И поэтому я вам и говорю, что от перемен мест слагаемых, то есть одного адмирала или там одного генерала вместо такого же генерала, который учился в той же самой академии, который занимался тем же самым, командовал теми же самыми армиями, потому что они, в общем, меняются. Это у них ротация идет довольно такая почти устоявшаяся. Вот особенно у военных, да, потому что вот я вам говорю, все предыдущие там 3 или 4 командующие ВМФ, они все были командующими Северным флотом. То есть вот до этого они командовали чем-то, вот потом их перебазировали на Северный флот, и после этого они становились командующими военно-морским флотом. Ну и также и вот и новый, и который идет, значит, он заменил, кстати, вот когда нынешний командующий, который уходит в отставку, он стал командующим Северным флотом, стал главкомом ВМФ, то заменил некий человек, и вот этот человек теперь становится заменой главкома. Сергей Олегович, 8 марта ряд стран предупредили об угрозе терактов в России. Сначала такое сообщение мы услышали от посольства США и Великобритании в Москве. Собственно, они сказали о том, что есть угроза терактов в течение 48 часов в российской столице. Потом к предупреждению присоединились и Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия и Чехия. С чем это связано и стоит ли чего-то ожидать в ближайшее время? Ну, вообще история очень темная, я ее уже несколько раз комментировал. Ну, вот мы с вами записываем нашу передачу в понедельник, значит, какое у нас тема сегодня, 11 число, да, 11 марта, да. Понедельник. Вот, мы уже знаем, что ничего не произошло, да, то есть вот в тот срок, в который все это дело говорили, 48 часов, то есть пятница, суббота на неделе, никаких терактов не произошло, тем более тех терактов, о которых шла речь, потому что шла речь не просто о терактах, да, то есть не просто там взорвать какой-нибудь там автомобиль где-нибудь, вот, а там шла о массовых терактах с большим числом погибших, потому что говорили о том, что они будут в местах массового скопления людей, типа там, я не знаю, там торговые центры, кинозалы, концертные залы и так далее. Вот ничего этого не произошло, слава богу, кстати, дай бог, потому что говорили, что вот такие мирные места будут подвержены такой опасности. Вот, так что, в общем, странная немножко история, потому что когда это публиковалось в четверг на прошлой неделе, то информация не просто гласила, что вот 48 часов, но она говорила, что это не вероятность, а это убежденность, что это они знают, что будут такие теракты. Вот. И у меня такое впечатление, что, вы знаете, единственная вещь, которая может объяснить эту ситуацию, это то, что информация была правильная, информация была получена от агентурных источников или от прослушки каких-то очень секретных разговоров в российских спецслужбах. И когда ее американцы, а также вот все те страны, которые вы назвали, которые к ним присоединились, озвучили,
то в Российской Федерации испугались, потому что поняли, что их опередили и, значит, дали эту информацию на опережение, и поэтому если они проведут запланированный теракт, то он будет только подтверждать все то, что американцы, англичане и все эти страны, которые вы назвали, уже говорили. И поэтому вполне возможно, что просто эти теракты отменили. Угу. Да. Швейцарская разведка фиксирует активизацию российской агентуры в Европе. Швейцария является основным координационным центром для российских разведывательных операций. Об этом пишет издание «Свизинфо». В то время, когда ряд европейских стран выдворили большое количество российских дипломатов-шпионов, Швейцария воздержалась от такого шага, напоминают журналисты. Как вы думаете, почему шпионы едут работать именно в Швейцарию? Связано ли это с их законодательством? И вообще, насколько серьезна эта российская агентурная угроза в Европе? Ну, начну с конца. Агентурная российская угроза шпионская серьезна, потому что у России много, много шпионов. У России шпионов сейчас в два раза больше, чем в мои времена. А я вам напомню, что я служил в шпионском ведомстве тогда, когда была холодная война, тогда, когда был Советский Союз. Российская Федерация – это только половина от Советского Союза. И теперь у Российской Федерации вдвое больше шпионов, чем было у Советского Союза во времена холодной войны. Это значит, что в абсолютных цифрах в два раза больше, а в относительных цифрах это получается в четыре раза больше нагрузка шпионская сейчас российская, чем во времена холодной войны при Советском Союзе. Вот, Швейцария, кстати, это уже не первый раз такие публикации проходят. Я, кстати, регулярно меня швейцарские средства массовой информации просят интервью, я тоже высказываюсь в швейцарских средствах массовой информации, объясняю, с чем это связано. Есть в Европе несколько центров, через которые ведутся преимущественно шпионские деятельности. Ведется преимущественно шпионская деятельность. Да, конечно, в каждой стране, в том числе и в маленьких странах европейских, есть посольство, и в нем есть наверняка резидентура и СВР, и ГРУ, и ФСБ, но есть некоторое количество стран, которые являются такими европейскими центрами. К ним относится Швейцария, прежде всего потому, что в Швейцарии очень много международных организаций. Ну, прежде всего, в Женеве, конечно, потому что Женева – это штаб-квартира Европейской организации объединенных наций, естественно, с постоянными представителями, вот почти такими же, как в Нью-Йорке в США. Вот. Плюс есть огромное количество международных организаций, где работают не только международные чиновники, но туда ездят, что и делегации, там какие-то люди вокруг ходят. И поэтому Швейцария является таким, плюс она нейтральная страна, то есть, в общем, она придерживается нейтралитета, в том числе, кстати, и в вопросе шпионажа. Ну, грубо говоря, ее устраивает, чтобы шпионов было много, потому что они все будут снимать тогда гостиницы или дома, они все будут брать себе в аренду автомобили швейцарские, в швейцарских фирмах, они все будут покупать продукты в швейцарских супермаркетах, они все будут назначать свои встречи в швейцарских ресторанах, а также на швейцарских горных курортах, и это для Швейцарии хорошо. И плюс они будут свои шпионские деньги держать в швейцарских банках. Вот, то есть в этом смысле Швейцария просто, так сказать, из этого выносит свой собственный экономический интерес у нее есть. Вот, плюс Швейцария понимает, что страна, она маленькая, и что чем бы ни занимались эти шпионы, рано или поздно, в общем, это будет довольно легко отследить, потому что их не так много, а страна очень маленькая. Вот, и по этому поводу швейцарцы будут в курсе всего того, что там происходит в шпионаже. Есть другие центры. Следующим, даже большим по значимости центром, чем Женева швейцарская, является бельгийский Брюссель. Mm-hmm. Вот, потому что в Брюсселе находится штаб-квартира НАТО, в Брюсселе находится штаб-квартира Европейской комиссии, в Брюсселе заседает время от времени Европейский парламент, хотя он постоянно находится в Страсбурге, но есть заседания, которые проводятся в Брюсселе. Вот. И в Брюсселе много-много всяких там лоббистов, которые ходят вокруг этих всех европейских институтов. И там тоже очень много шпионов, ну, сравнимо с Швейцарией, даже, может быть, даже больше, чем в Швейцарии. Вот. Ну, хотя в Швейцарии есть штаб-квартира ООН, так что, в общем, здесь так на так. Это вот два большие центра европейские. Есть центры немножко поменьше, Париж, например, где есть ЮНЕСКО, где есть ОБСЕ,
где есть там всякие другие иностранные организации, Лион, в котором есть Европол, Интерпол, вот дальше что там, Вена есть, в которой есть МАГАТЭ. Вот это вот самые главные такие вот ключевые страны, где чего-то там бегает и прыгает. Вот. Ну и дальше есть шпионы, конечно, которые вокруг, концентрируются вокруг баз НАТО, вот, например, в Неаполе в итальянском, или в Германии, или в той же самой Бельгии, или в Голландии, или в Норвегии. Вот. Так что в этом смысле в Европе действительно очень много шпионов. Плюс шпионы эти российские очень любят жить в Европе. Вот, хотя все они, конечно, плюют на Западную Европу, обливают ее грязью и дерьмом, но тем не менее предпочитают получать свои зарплаты в евро, жить как можно дольше в этих жутких совершенно буржуазных европейских странах, которые там все разлагаются и все такие нехорошие. Вот, но это старая история еще с советских времен, когда все шпионы, тот же самый Путин, ведь он мечтал поехать за границу и стать шпионом. Вот, правда, у него карьера не удалась. Сергей Олегович, вот, кстати, это очень интересно, то, что вы говорите, что агентура больше, чем, например, во времена Холодной войны. А на что в первую очередь направлены действия шпионов в Европе? Что, какая их задача главная там? Все задачи остались все те же самые, которые были при Советском Союзе. То есть там есть несколько задач, но первая главная задача, вот будете смеяться, у них в любом шпионском ведомстве всегда стоит задача предотвращения так называемого ВРЯН, внезапного ракетно-ядерного нападения на Российскую Федерацию. Потому что они все считают, что НАТО и Западная Европа постоянно мечтает о том, чтобы первый ударить ядерным оружием по России и ее разрушить. Вот, это абсолютная ахинея. Но эта ахинея позволяет держать огромное количество дармоедов, которые получают свою зарплату в евро, живут в прекрасных условиях и так далее. Вот. Дальше они собирают политическую информацию, ну, прежде всего, касающуюся, конечно, развития отношений с Российской Федерацией на уровне европейском, на уровне международном и на уровне каждой отдельной страны, в которой находится резидентура этих шпионских ведомств. Дальше они собирают военную информацию, дальше они собирают технологическую информацию. Это тоже важно, потому что Российская Федерация очень маленькое и недоразвитое экономическое государство, которое не умеет ничего делать само, и поэтому оно должно воровать чужие секреты, потому что для того, чтобы чужие секреты купить, нужно деньги платить, а вот своровать нужно, денег платить нужно меньше, и поэтому они предпочитают своровать, чем купить. Это старая тоже история. Вот, причем даже они воруют несколько больше, чем сами могут потом это все дело произвести, потому что оборудования нету, промышленная база плохая, старая, устарелая. Вот, и даже то, что они воруют, они потом не могут это воспроизвести. Именно поэтому, кстати, я всегда задаю вот такой замечательный пример. Вот я всегда спрашиваю, ну-ка, что у вас есть такого российского, зачем весь мир гоняется и без чего жить не может? Вот без американских айфонов никто жить не может, да? Даже там вот без южнокорейских Самсунгов никто не может, и даже без китайских Huawei. Вот. Mm-hmm. А без России могут жить совершенно спокойно. Вот. И как у нас вот во Франции единственное, что еще остается с советских времен, это, может быть, автомобили Нива, потому что они были все-таки внедорожниками и такими кондовыми и очень дешевыми внедорожниками. Поэтому сельскохозяйственные работники, фермеры любили покупать эти советские Нивы не по идеологическим соображениям, а просто по, так сказать, соотношению цены и качества. Вот. И все, больше ничего нету российского. Ну, немножко есть какая-то водка, но водка есть и шведская, и водка есть украинская, вот, так что и польская, и какая угодно, и французская, кстати, водка есть. Вот. У нас французская икра, кстати, своя есть, очень хорошая. Потому что у нас под Бордо есть теперь предприятие, которое выращивает осетров и делает осетринную икру лучше, чем иранская и лучше, чем российская. Тоже, да, согласна с этим. Значит, по поводу ядерного удара, CNN поделилась информацией о том, что Соединенные Штаты в конце 2022 года готовились к ядерному удару Российской Федерации по Украине. Журналисты ссылаются на анонимные источники в Белом доме. По их данным, Вашингтон был уверен, что после отступления из Херсона в августе 2022 года Москва будет готова применить ядерное оружие, тактическое ядерное оружие в Украине. Также, как пишет New York Times, об этом много говорили, в середине ноября 2022 года директор ЦРУ Уильям Бёрнс встретился с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, где первый дал понять, что
Для России будут четкие последствия. Нарышкин поклялся, что он понял и что Путин не намерен использовать ядерное оружие, рассказал директор ЦРУ. Кстати, Песков сегодня тоже прокомментировал эту тему. У него журналисты спросили по поводу данной информации от CNN, и тот заявил, что эти сообщения из ряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, поэтому не имеет смысла комментировать. Я вот хотела вас спросить по поводу этого канала коммуникации Бернса и Нарышкина. Действительно ли это спасло, если действительно Россия готовилась к ядерным тактическим ударам, от того, чтобы это произошло? И какое влияние пытается или имеет какое-то влияние сейчас ЦРУ на Российскую Федерацию этот канал Бернс и Нарышкин? Насколько часто они могут общаться по этой теме? Ну, этот канал существует, по нему идет довольно активное общение, в том числе и... Но есть еще и секретное общение, они еще встречаются так, что об этом они не отчитываются перед нами. Вот, у них есть прямые обмены информацией, потому что я вам поясню, что обе разведки работают в том числе по нескольким направлениям международным. Борьба с международной организованной преступностью, борьба с терроризмом. И у них есть сотрудничество такое откровенное, открытое, когда официальные руководители СВР ездит в ЦРУ или встречается с руководителем разведки американской и наоборот. Вот, то, что именно эта встреча спасла, трудно сказать. Вот, другое дело, что, конечно, это очень сильно подогретая старая информация. Это то, что называется информационные консервы. Да, потому что вот за моей спиной у меня стоит две книжки, написанные в 22-23 году, в которых я все это дело написал. Вот та же вот, «Лонгонаж», я это написал, и она вышла в мае 22 года, и все это я написал в мае 22 года. А теперь ЦРУ в марте 24 года говорит, секретная организация, разведка мощная, говорит то, что я публиковал полтора года назад. Вот это очень слушать, потому что, вы знаете, такая же история бывает с Washington Post, New York Times, с Wall Street Journal. Вот мы что-нибудь там обсуждаем долго-долго, много-много месяцев, а потом они просыпаются месяцев через шесть, вдруг это публикуют, и все начинают это обсуждать, какая-то, как будто это срочная совершенно какая-то новая информация, а мы ее обсудили уже, вот эту информацию конкретно мы ее обсудили полтора года тому назад, давным-давно. И все мы это знали, и все это было понятно, и все это было из разных источников российских, и все это было даже на уровне анализа понятно Российской Федерации, когда у Российской Федерации не работает ее конвенциональная армия и конвенциональное оружие, то она себе не могла мы ожидали, что Путин будет готов применить тактическое ядерное оружие, потому что, во-первых, чтобы, так сказать, запугать Украину, прежде всего, ну и потом Запад, который стоит за Украиной, вот, и, с другой стороны, компенсировать все эти недостатки конвенционального оружия, которые обнаружились у Российской Федерации. Но Путин с этим делом очень сильно проиграл. То есть вот уже даже к сентябрю 2022 года я уже говорил, что это надо Путину было делать тогда уж, если уж делать, это надо было делать в феврале. Вот прям 24 февраля, если бы он там пару ударов нанес бы, тогда бы это, конечно, произвело какой-то эффект. А через 6 месяцев после этого дела, это уже поздно, потому что все уже это обсудили. У нас это обсуждалось там чуть не каждый день на телевидении. Я тогда работал на нескольких каналах и продолжается, кстати, обсуждаться и сейчас днями. Вот. И самое главное другое, самое главное, что западный мир, который тогда немножко приуснул из-за того, что у нас там больше 75 лет мир на западном европейском континенте, практически не было никаких войн крупных, ну, за исключением инцидента с Югославией. И были психологически даже военные западные не готовы к этому, а уж политики тем более и население тем более. Вот теперь к этому все готовы, и теперь это все проехали. Вот, но Путин продолжает пользоваться этой ядерной дубиной. Вот, и я все время, каждый раз, когда возникает этот вопрос, я говорю, что раз, когда Путин вынимает ядерную дубину, это он делает признание в том, что он очень слабый человек. Потому что если бы у него была мощная армия, если бы эта армия могла бы справиться с Украиной так, как они все рассказывают, то не надо было бы махать тогда ядерной дубиной. А если он махает ядерной дубиной, то это значит, что это признание к тому, что у него ничего не работает, кроме ядерной дубины.
Сергей Олегович, и еще одно заявление хотелось бы с вами обсудить. Оно спровоцировало очень много комментариев, недовольства тоже. Это, конечно же, заявление Папы Римского. Франциск призвал к мирным переговорам о войне в Украине, пока ситуация не ухудшилась. Он, общаясь с журналистами, сказал следующее. «Самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры», сказал Франциск и добавил, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран. Кстати, вот образ белого флага использовал журналист в своем вопросе, и, собственно, Франциск тоже ответил этим образом. Украина заявила, что не поднимет белый флаг. Наш флаг желто-голубой. Это флаг, вообще сине-желтый. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимаем никаких других флагов, написал в социальных сетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Сергей Олегович, насколько неожиданным для вас показалось это заявление о переговорах, и зачем Франциск это сказал, и кому это выгодно? Никакой неожиданности здесь нету, это не первый раз, когда он говорит. Единственная неожиданность здесь вот эта метафора про белый флаг, и, как правильно вы сказали, ее даже он не сам ее придумал, это просто журналист ему задал такую метафору, а Франциск вместо того, чтобы сказать, ну чего вы там белый флаг разговариваете, просто переговариваться, да, то есть это была ошибка в коммуникации, в общении, и ее, кстати, уже Ватикан уже отыграл в обратную сторону, уже пытался сказать, вы нас неправильно поняли, это вот не капитуляция, не сдача, нет, ну вот просто и так далее. Дальше в этом заявлении есть некая парадоксальность, потому что, вы знаете, я даже соглашусь в какой-то мере с папой, в том смысле, что вот я вам только что сказал уже, да, что когда Путин слабый, когда он чувствует, что у него нет никаких возможностей справиться с Украиной, то он размахивает ядерной дубиной. И это абсолютно правильно. И в этом смысле мы по-разному, но об одном и том же говорим с Папой Римским. Потому что нужно быть сильным человеком, чтобы не быть агрессивным. Нужно быть сильным человеком, чтобы не начинать войну. Нужно быть сильным человеком, чтобы сохранять мир. А вот слабые люди, такие как Путин, они, во-первых, развязывают войны, а во-вторых, не могут их закончить, потому что иначе они боятся, что все поймут, что они слабые. Вот. И в этом смысле, как это ни парадоксально, но сама философская мысль Папы Римского или философский посыл Папы Римского, он, в общем, довольно верный. Вот. Другое дело, что его надо было Папе Римскому адресовать не украинской стороне, а Путину. Да. Вот. И все. И если бы он сказал это Путину, потому что вот на все эти разговоры про переговоры мы можем сказать, но человек, который блокирует переговоры, это Путин. Вот. И это, кстати, Путин прекрасно понимает, и в этом смысле, вы знаете, очень правильную, кстати, меру приняло украинское руководство, потому что Путина чрезвычайно раздражает факт, что вы приняли документ официальный, в котором написано в 22-м году, это было, по-моему, 30 сентября 22-го года, когда вы написали, что с Путиным Владимиром Владимировичем никаких переговоров быть не может, и это официальный документ в Украине. Да, потом было это, значит, ну, сначала там указан президент, а потом это вошло в распоряжение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вот. И Путина это ужасно раздражает. И поэтому даже вот когда он там с китайцами сейчас переговаривается, когда он пытается с какими-то посредниками переговариваться, он им говорит, что вот Украина должна отменить этот вот пункт о том, чтобы с Путиным не переговариваться. Причем Путин все время перевирает, когда в интервью он упоминает этот документ, он говорит, вы должны отменить запрет на переговоры с Россией. А никакого запрета на переговоры с Россией нету. Есть запрет на переговоры с Путиным. Вот. Это ужасно его раздражает. Вот. Ну, а в остальном Папа Римский, в принципе, какие к нему могут быть претензии? Он же священник. А у священников, вот я вам напомню, мой замечательный сериал «Советский 17 мгновений весны». Помните, когда там, значит, пастора Шлага, нацисты практически, отправляют, значит, в Швейцарию, в Берн, вот туда, где шпионы все, о которых мы с вами разговаривали. Да. Как давно все это дело началось, эти шпионские истории. Вот там шли, значит, эти сепаратные переговоры между Аленом Даллесом и генералом Вольфом, начальником штаба войск СС при Гиммлере.
Вот, и когда его отправляли туда, и когда его Штирлиц вербовал, ну, мы с вами знаем, что Штирлиц – советский разведчик, но на самом деле, когда Штирлиц завербовал пастора Шлага, он его завербовал для работы на СД, для работы на немецкую нацистскую разведку. Его вербовал как в качестве солдатенфюрера СС, то есть полковника немецкой нацистской разведки, внешней разведки. И его Гиммлер спросил, а чего ты, он довольно быстро, нет, Шелленберг ему спросил, начальник этой разведки, он спросил, что-то он быстро согласился. А Штирлиц говорит, а это его нормальная позиция, он же пастор. И призывать к миру и быть пацифистом – это нормальная позиция. Кстати, пастор Шлаг ездил на конгрессы пацифистов до начала Второй мировой войны, а мы знаем, что именно все эти конгрессы пацифистов и все истории по умиротворению агрессора нацистского и привели в итоге ко Второй мировой войне. Угу, интересно. Сергей Олегович, я вам благодарна за этот разговор. Спасибо огромное. Сергей Жирнов, специалист международных відносин та спецслужб, колишній офіцер, старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Ще раз дуже вдячна.